Так, мы здесь с Евгением на подрывоте спустились. Ну и решили посмотреть, как Дастер едет. У Алексея, между прочим, защита стоит от переднего бампера до заднего бампера. Как лыжа получается у него. И вообще проходимость Дастеров мне очень-очень нравится. Автомобиль комфортный, по двигателю интересней. То, что ESP именно поджимает, как работает, как блокировка. Хорошая машина, одним словом скажу, хорошая. Ну вот, сами сейчас посмотрите. Тёля. Стаскивает на бок. Ну да, стаскивает. Попробуй еще раз. Давай, попробуй. Возьмет больше хода. Ну, красавец. Здесь бугор. Вот по поводу электронных помощников. Переднее левое колесо, видите, не схватывает. Это почему? Не справляется электроника? У тебя переднее левое колесо, почему не крутится на больших оборотах? Не знаешь? А, ну вот, подхватило, смотрите, подхватило и пошел. 1.6 ESP. Давай на ИСП какой-нибудь. Давай, 2-литровый. Резина, в принципе, ничем не отличается. Также электронные помощники. То есть Алексей пытается, то есть хода такие не берет. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Достойно. Вторая понижена, межосевой заблокирует. Да? Ну давай, ты что, потихоньку? Да, попробуй. Ничего не идет. У вас сила. Здесь мы устроили типа соревнования, 4 автомобиля, Нива Бронто, 31-я, УАЗ Патриот и Дастер. Нива Бронто в стоке, 235-я резина, мой Невасик в раздатке занижения 3.07, я шел на второй пониженный, вот сейчас я переключил на третью пониженную и двигатель не вывез. УАЗ Патриот, красавчик, автомат и задняя электроблокировка. Покатались от души, побуксовали, снега было много. Но все не получилось у меня записать. Руки тогда замерзли. Вроде кнопку нажал, и она, короче, была не нажата, оказывается. И одному очень сложно управлять и снимать на камеру, и на какие-то другие девайсы. Поэтому, ребята, кто катался и кого я снимал, не обессудьте. Ручки замерзли. Было минус 27, реально было холодно. Но покатались прикольно мы. После этих покатушек мы поехали на дачу. У нас там товарищ забуксовал. Автомобиль у него там сломался. И нам нужно было пробиться до его дачи по снегу. Но, по крайней мере, задача была выполнена. Доехали, человека вытащили, оттащили в сервис. Благо, ребята у нас рукастые. Кто-то в сервисе работает. Сразу оттащили автомобиль к Артему, где автомобиль починили. Здесь вот Дастер у нас гонял, тоже снимали. Дастер едет отлично, достойно. Электронные помощники помогают. Вот, так что всем спасибо, ребята. И до новых встреч. Подписываемся. Телеграм-канал Нива 007. Пишем.
делитесь своими фото и видео автомобилей.